Здравствуйте, уважаемые зрители! Цирк – это всегда праздник. Дети смеются над проказами клоунов, взрослые, замерев от восторга, восхищаются гимнастами и каскадерами. Но истинные короли арены – животные. За 2,5 часа столько длится представление, и взрослые дети побывали на каждом континенте планеты. На арене успешно демонстрируют свои таланты африканская зебра, жители Южной Америки – черный ягуар и насуха, шотландские пони, австралийские кенгуру, азиатские верблюды, нильский крокодил. Только в цирке можно увидеть, как дикий кабан читает книжку, а попугаи делают сальто под куполом и играют в баскетбол. А еще тибетские яки покоряют огонь. И, конечно же, какое цирковое шоу без хозяина русских лесов – медведя. Гимнасты мне понравились. А тигры, леопарды? Ну да, еще черный ягуар понравился, прикольно. Тигр! А вам кто больше всего запомнился? Медведи, они очень веселые. Верблюны, наверное. Да, медведи очень красивые. Пантера больше всех. Купол цирка расположится на площадке УТЦ «Астор» с 14 по 23 апреля. Начало представлений в будни в 18 часов, в субботу и воскресенье в 13 и 17:00. Приобретайте билеты в кассе возле купола.